у меня вообще все, что выходит на канале Life News, оно вышло на канале Life News, я видел это видео раньше, у меня к нему жесткое недоверие. Потому что на канале Life News я уже когда-то видел программу о том, как «Береза» с отрядом карателей вырезает русскоязычное население Донбасса. И я тоже знаю, как они это намонтировали. Очень хорошо. Поэтому доверие у меня очень такое.